добрые, так сказать, молодцы. Да. Добрые, так сказать, молодцы. Мужские имена. Дима. Я люблю тебя, Дима, да-да. Мне любовь необходима. Короче. Российские города. Дубна. А, Дубна. Российские города, Дубна. 25 и 25. Уже 50. Животные. Дельфин. Млекопитающие. Живородящие, млекопитающие, живородящие, да. Дельфин. 25. Наконец-то. 75. Все равно мало. Да. И значит, у нас получается... 185. 120. 185. 185. Ну, друзья мои. Ну, что же я должен сказать? Команда Иван да Марья. Прекрасны сами по себе, да. 160 у вас баллов. 160 баллов. То есть это значит, мужчины, наконец-то, благодаря титаническим невероятным усилиям и везению, вырвались вперед. 185. Я напомню, друзья мои, если бы было бы 200, то сейчас бы ваше уже гордое имя «Добрые», «Молодцы» уже сверкало бы на кубке. А нет, надо сделать еще один шаг. Предлагаю. У меня есть предложение к вам благородное. Сыграть суперигру. Ну, а что? Терять нечего. Есть какие-то у вас варианты? Вы же должны быть люди податливые, креативные. Конечно. Да, пойдем дальше. Юр, ну? Ну, пойдем. Я думаю, надо играть суперигру. Конечно. Да. Вы можете расслабиться, подсказывать потом мужчинам, правда? Между прочим. Ну что же, тогда, друзья мои, если мы договорились с вами, мы переходим к церемонии награждения и уходим спокойно уже после церемонии награждения в суперигру. Потом вы поете песню вашу прекрасную. И на этом мы ставим точку и расходимся. По-моему, прекрасный план. Да. Прекрасно. Принимается? Да. Приз в студию. Командам, желающим принять участие в программе «Опять-25», я советую обратиться на сайт нашего телеканала. Я жду вас в студии «Опять-25».Мы договорились, друзья. Будет суперигра, будет, будет. Но сначала я поздравлю команду Иван да Марья, Арсений, Оксана. 160 баллов. Никуда это не годится. Никуда. Да? Поэтому мы надеемся, на, что вы там у себя в общей квартире, где вы, так сказать, делите жилплощадь, у вас будет место, куда поставить. Вот там книга хорошая внутри лежит. Сейчас не надо смотреть. Да. Это умная книга. Да. Умная книга. Вы ее будете друг другу читать, передавать под дверью, значит, один другому, да, в своей комнате, в келье. Вот. Ваш интеллектуальный уровень будет расти, и вы придете к нам сюда и обыграете каких-нибудь молодцев. Не этих обязательно, да, но будет шанс такой. Цветы. Угу. Это прекрасно, по-моему. Давайте я вам вручу, чтобы это было красиво. Пожалуйста, Оксана. Цветы, значит, красивые цветы. Значит, и детям мороженое. Мороженое. Да, мороженое. Ну, по-моему, все хорошо. Я вас поздравляю, Арсений. Вы грустите, друг мой? Да. Да? Грусть, тоска. Грусти. Зачем? Понюхайте двоечник. Цветочки, да, вам тоже, когда они завянут, Оксана их под дверь положит. Под дверь перепишет. Да. А вы ей книгу. Мужчины. Конфеты лежат, я вас поздравляю, Андрей. Спасибо. Юрий, 185, практически вы были в одном шаге от полной сокрушительной победы. И вот эта прекрасная вещь могла бы уже украшать вашу корзину. Программа «Опять-25». Ходячая энциклопедия, Юрий и Андрей. А нет, надо сделать еще пару шагов. Я пока поставлю сюда к вам. К стакану. Мы похороняем. К стакану похороняйте, да. Мы с вами уходим в суперигру. Это прекрасно, что у нас есть продолжение. Смотрите, все очень просто. У нас в работе были 25 категорий, 15 мы отработали. Осталось их 10. Вот эти 10 сейчас мы запишем вот в эти графочки. Мы сейчас их откроем, да. Понятно. Потом определимся с буквой. И как начнем? И начнете фигачить. Причем время у нас 100 секунд. Главное заполнить полностью, и тогда вы становитесь абсолютным победителем. Замечательно. С точки зрения баллов даже не будем учитывать. Да. Нет смысла. Нет. Хорошо? Мы ничего же не теряем. Ребята, нет. Конфеты есть. Вот. Давайте открываем категории, будем сейчас записывать. Музыкальные инструменты. Прекрасно, по-моему. Музыкальные инструменты. Птицы. Спортивный инвентарь. Спорт-инвент. Мифология. Титулы, звания. Вот. Певцы, певицы. Значит, фрукты. Блюда. И наши химические элементы. Так, друзья мои, мы определяемся
С буквой. Давай. Хе-хе-хе. Буквая. И это... Г. Знакомая буква. Знакомая буква. Подождите. Молчу. Одну секундочку. 100 секунд, мужчины. 100 секунд. 3, 2, начали. Габуй. Если мужчины будут тормозить, а у вас будет версия, можно шепнуть. Подсказать? Можно шепнуть будет, да. Пока сейчас все хорошо идет. Да. Пока мужчины пишут. Греция или что-то. Г, да, Г. Г. Вы читать любите вообще, Оксана? Да. Или ненавидите это? Люблю. Детективы. Детективы? Кстати, да. Кто ваш любимый автор? Шерлок Холмс. Он не автор, конечно. Да, он не автор, да. Он герой. Агата Кристи, да, по-моему, это Кристи? Шерлок Холмс, нет, это Конан Дойль. Конан Дойль, точно. Я прочитала всего Шерлока Холмса. Да? Хороший, раз, да. По 40, наверное. Да вы что? Не, а Акунина вы читаете? Бориса Акунина. А Берасте Петровича Фандорина? Я начала, потом мне что-то отвлекло, да, и оно куда-то потерялось. Надо вам прочесть. Да? Да. Она там, да? Там есть? Нет, она там нет. Она там, нет? Там мудрая книга, там не детективы. Это вам хватит лет на... Это вам хватит лет на 17. На 17? Да. Ух ты. Да. 17 лет. Германия. Германия? Это вы придумали? Германия. Вот это мощь! Германия. Вот 10 баллов. И незаряженное ружье один раз стреляет. Товарищи, молодец! Молодец! Товарищи! Я должен сказать Арсению, правильно, Юрий? Я так понимаю? Да. Я передаю же от вас? Да. Кубок? Нет, не кубок. Спасибо, да? Стоял человек, стоял и вдруг тут говорит. Бабах! Германии. Молодец. Все. А я что-то Ну что? Ну невозможно, Юр, все знать. Ну, так невозможно. Было... Вроде написали. Было бы смешно. Время закончилось, да, я буду проверять. Пожалуйста. Давайте. Музыкальный инструмент. Вот на букву Г. Гармошка. Молодец. Гитара. Ну, молодец. Посмотри, что творится. А мужчины написали «Гобой». Птицы. Голубь. Гантели, спортинвентарь. Прекрасно. Мифология. Геракл есть. Мифология. Да. Геракл. Геракл. Титул и звание. Генерал. Генерал. Да. Генерал. Граф. Да. Герцог. Товарищ. Да. Граф. Граф, герцог. Да. Государь. Государь. Денежные единицы. Ну, братская зарубежная страна. Гривна. Гривна. Да. Гривна. Евро. Ну, по ассоциации. А слушайте, а кстати говоря, а помните-ка, что было в Голландии? Евро. Ну, до Гульден. Гульден. Правильно. Слушайте, как вы насчет денег-то прям? Так мы учились в советской школе. Тут Гульден, да, да. Фарцовка. Знаем. Певцы, певицы. Гнатюк. Гнатюк, правильно. Есть уже, видите, генерал, гривна, гнатюк. Правильно. Тамара. Украина. Это грузинская? Грузинская, да. Но она же у нас поет. А в этом смысле? Только не понимаете, да, 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 да. А еще есть, знаете, вот на лекарство похоже девушка. На лекарство? На лекарство. Певица? Певица. Глюкоза. Знаем такое. Ну, зачем гладить? Глюкоза? Да. Глюкоза. Вы знаете все, вы с вами неинтересно. Певицу просили. Певицу, да. А не, я понял, я тонкий юмор. Понял, Юрий, да, правильно. Вы чертлин, действительно. Певица же не мультфильмы. Ну, да. Смотрим, певица должна быть, конечно. Музыкальный жанр. Да, фрукты, подождите, фрукты. Кстати, груша. 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 Да. Прекрасно. Г. Груша. Есть варианты? Гранат. Гранат! Да. Он мечет сегодня. Я прям вообще удивляюсь. Вот когда не нужно играть, то вот прям вот все вот идет. Вот. Да. Блюдо. Гречневая каша. Ну, товарищ. Длинный углевод, это нужно, когда совсем нет денег. Гречневая каша, прекрасно. Слушайте, горчица с галушками, с гамбургером. И химический элемент имени Арсения. Да. Германии. Да. А можно, друзья мои, я вас поздравляю. Поздравляю, спасибо, мужчины. Спасибо. Отдельное это спасибо. Да. Да. Слушайте, ну что же, вы выиграли. Поэтому вот это вот прекрасная вещь. Конечно, вам. Прекрасная вещь, конечно, вам. Ваше имя мы впишем, да. Спасибо. Ну что же, друзья, это касается и вас тоже.
И вас тоже это касается, потому что мы теперь полностью готовы для того, чтобы выслушать песню в вашем прекрасном исполнении. Добрые молодцы наши сегодняшние чемпионы! Вдохновились! Да, вы вдохновили. Золотой рассвет. Вот! У нас вот, начинается. Вот, отлично, да-да. Главное, чтобы не было заката, друзья. Поэтому спасибо. Я вам желаю всего самого хорошего. Песня... «Золотой рассвет». «Золотой рассвет». Господи, «Золотой рассвет», как это хорошо сказано. You're welcome, друзья! Друзья, надеюсь, вопросы были несложные. Да, несложные. Это значит, что любой может принять участие в нашей программе. Ну, а сейчас до свидания. Я Алексей Веселкин, прощаюсь с вами. До встречи на канале РАС-ТВ. Это была программа «Опять 25».